Здравствуйте всем! Сегодняшнее видео – это рассказ про это незамысловатое устройство. Как то встраиваемый сифон для стиральной и сушильной машины. Можете подключать к нему стиральные, посудомоечные машины. Будет две посудомоечных машины. В комплекте есть второй для посудомоечной машины. Можете поставить. То есть, о чем идет речь? Что... Вот здесь будет стоять сушильная машина, здесь будет стоять стиральная машина, а здесь шкафчик, где будет стоять техническая раковина. Шланги, как известно, у стиральной машины не самые длинные, и удлинять я бы вообще такие вещи бы не рекомендовал. Поэтому они 1,5-метровые, по-моему, если мне память не изменяет. Вот здесь будет установлен вентиль для подключения стиральной машины, холодное водоснабжение, а здесь будут подключаться канализационные линии. Это полностью страхует от какой-либо утечки, причиной которой будет срыв шланга стиральной машины. То есть шланг одевается, ставится хомут. Здесь все жестко закреплено. И в то же самое время, это же сифон, я разобрав его, он может как служить, как еще как ревизионная определенная вещица. То есть если вы сам сделали 45-градусными углами, все, то у вас прочистить никаких проблем не возникнет. У меня есть отдельное видео. Посмотрите его. Я рассказывал про них. Его конструкцию. А сегодня вам покажу, как оно монтируется. Итак, мы смонтировали его в стене. Вот такая коробочка. Берем ножичек. Обрезаем. Аккуратненько. Обрезали. Ну, если надо там краешки подровнять, то надо подровнять. Подравниваем, чтобы все было аккуратно и культурно. Даже если это не будет видно. Выкручиваем винтик. Вот, вытаскиваем заглушечку. Вытащили. Ну вот, видите, вот это отверстие, оно может иногда даже служить неким ревизионным местом, если что. Берем сифон. Здесь в данном случае сифон. Нет. Берем смазочку. Смазали. Берем сифон. В данном случае на два подключения. Чик. Вставили. Фиксируем это все дело винтом. Зафиксировали. Одеваем декоративную планочку. Накручиваем гаечку. Ну, в данном случае я вам рассказываю, как я это делаю. Я одну гаечку накрутил до упора. Прижал. И дальше я просто поставлю сейчас меточку. Вот, я ставлю меточку, где кончается вот эта вот гайка. 6 витков после этого я, ну, обратно все, понятное дело. 6 витков я подрезаю, необходимо для, скажем так, этого подключения монтажа. Отметочку я поставил, но что, ну, если хотите сделать аккуратно, это можно сделать и на установленной уже системе, но я предпочитаю это снять и обрезать. И вот я, то, что я вам говорил, 6 виточков после той точки нужно добавить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Отрезаем. Вот. И на второй я делаю, видите, 6. Я понимаю, где мне нужно обрезать. То есть на снятом ее проще, скажем так, подрезать. Обрезали. Ну, понятное дело, что надо обработать нормально рез. Обрабатываем. Обрабатываем.
потому что эти подключения, где уже фиксируются шланги, они подразумевают, они такие, они там сальнички, и вам надо обеспечить нормальный такой, чтобы оно у вас очень все четко заходило. Водружаем все это на место, опять фиксируем это все опять винтом. Устанавливаем декоративную планку, предварительно снимаем защитную пленочку. Вот. Сняли. Устанавливаем ее. Берем гаечку и до упора. Есть. Следующее. Есть. Зафиксировали. Ну и берем вот эти уже теперь. Ну, смазать безусловно надо. Потому что на этих как это сказать? Пипсики. Назову их пипсики. Хорошее слово пипсик. Видите, есть сальничек резиновый, который оп, четко, все фиксируем. В данном случае это подключение сушильной машины и вот подключение стиральной машины. Все. Готово. Есть. Вот сейчас заглушки пока стоят. В последующем здесь будет установлен вентиль для подключения стиральной машины. Вот так это приблизительно выглядит в жизни. Как видите, монтаж бесхитростный. Но это по статистике основные моменты, когда происходит залитие. Это срыв шланга от стиральной машины. Либо... как его бывает, там выпрыгивает он там из этого колхозного подключения, там типа 32-й угол торчит, в него вставлен переход с 32 на 25 резинка, и таким, знаете, загнуто так просто, а бывает и просто воткнуто. В основная причина залития – это вот срыв этого шланга. То есть порядка сколько там, 60 литров стиральная машина выливает вам на пол, и если это многоквартирный, сдам на голову соседям. Вот такой вот рассказик про бесхитростную такую вещицу, которая используется для подключения стиральных машин, посудомоечных машин, сушильных машин. Надеюсь, вот теперь видео стало для вас более информативным, хотя я это уже предварительно показывал. Возникли вопросы? Задавайте. Я постараюсь на них ответить в комментариях. Не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Всем пока!